Всем привет! С вами я, Лена Смирнова, и сегодня я расскажу, как сделать вот такую вот открытку к Новому году. Давайте начнем! Итак, мы берем заготовку из акварельной бумаги размером 10 на 15 сантиметров. И края тонируем вот такой штемпельной подушечкой коричневого цвета. Края основы мы затонировали, теперь мы выбираем фон. И края тоже так же тонируем. Так, теперь приклеиваем фон к основе. Итак, далее. Я выбираю вот таких два небольших прямоугольника. Вот эта бумага, это та же самая бумага, только ее оборотная сторона. Ну и также нам нужно выбрать бумагу немножко потемнее, чтобы у нас более светлая бумага выделялась на вот этом темном фоне. Также нам нужно выбрать какой-нибудь новогодний мотив. Я сегодня выбрала вот такую вот девочку с еловыми ветками. Так, теперь нам нужно пилкой немного замахрить края. Вот на этот прямоугольник мы поставим вот такую вот печать, такого же цвета, как у нас края. Далее я беру гофрированный картон, он размером, как и маленький прямоугольник. Кстати, так, маленький прямоугольник у меня размером 9 на 6 сантиметров, а большой 6,5 на 10 сантиметров. Я беру гофрированный картон, беру кисть-щетину сухую, беру белую гуашь. Можно взять также белый акрил. И начинаю вот так вот красить. Займемся нашей картинкой. Края ее я подрежу фигурными ножницами. Так, края затонирую. Штемпельной подушечкой. Ну и плюс нам нужно сделать так, чтобы она не была такая белая. Так, теперь я приклею эти прямоугольники. Приклеим наш гофрированный картон. Теперь, когда у нас все приклеено, мы берем зубную щетку, немножко смачиваем ее в воде, макаем в белую гуашь и разбрызгиваем белую краску. Итак, далее я беру кусочек вот такой бумажной тесьмы, я ее уже показывала в одном из мастер-классов. Отмеряю ширину нашей основы, это 9,5 сантиметров.
берем два шнурка одинакового размера, и мы отмеряем столько, сколько нам понадобится, чтобы обернуть вот так вот открытку и вот здесь сбоку завязать бантик. Еще полубусины. Все полубусины, даже если они у вас наклейкой основе, я рекомендую все-таки все равно приклеивать на клей, потому что они имеют свойство потом отваливаться. Все, наша открытка готова. Итак, вот такая вот открытка у нас с вами получилась. Сделать ее достаточно легко. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, поставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. Ну и, конечно же, я всех вас поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам творческих успехов. С вами была Лена Смирнова, до новых встреч в Новом году. Пока!